Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Realme 9i добавить отпечаток пальцев. Для начала переходим в настройки, затем в раздел пароли и биометрические данные, добавить отпечаток пальца. Нажимаем продолжить, затем добавляем наш пароль экрана блокировки, можем использовать шестизначный пин-код, можем использовать пароль другого типа. Я, например, буду использовать четырехзначный пин-код. Вводим наш пин-код, затем его подтверждаем. Следующим шагом находим сканер отпечатка пальца, который у нас находится на кнопке включения, и тыкаем ее нашим пальцем несколько раз, чтобы телефон запомнил наш отпечаток. Примерно таким образом. И отпечаток добавлен. И теперь при помощи отпечатка пальца мы можем, например, разблокировать наш телефон, не вводя при этом пин-код, а лишь легонько прикоснувшись пальцем к датчику. Оп! И телефон разблокирован. Такие чудеса. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!